Я нахуй, сам иди нахуй. Нельзя взять и заехать к ребенку. Ты не знаешь, кто соседи и чем они занимаются. Ты наглый мелкий засеря. Ты что, мне мамочка теперь? Ты меня выстрел из матки. Ты это вчера уже спрашивал, тупой уебок. Блин. Ну тебя нахуй. На данный момент ты самый тупой и жалкий говноед, который когда-либо вылезал из мохнатой человеческой жопы. А что если паренек устроит охуенное сборище, как у них сейчас модно? Что ты несешь? У него вообще нет друзей. У него даже воображаемого друга нет, разве что тот его бросил. Живет со слабоумной бабкой, которая постоянно сидит перед ящиком. Она время от времени вскакивает, играет в футбол своими сиськами. Думаешь, она меня сдаст? Ты ее ебешь? Господи, для тебя кроме ебли вообще ничего не существует. Для меня? Я ебу одну женщину. Не занимаюсь серийными совокуплениями, не пытаюсь посадить печень или допиться до слабоумия, потому что не могу жить с тем, какой я мудак. Ты чё, бля, Зигмунд Фрейд напополам отпиленный? Да конечно, давай, пошути про мой рост. Выбери тему попроще, эмоциональный калека. Душа твоя — говно собачье. Все, что в тебе, блядь, есть — сплошное уродство. Ладно, Луис, идем отсюда. Смотри, кто это, Джимми. Отлично, началось. Давай расскажем ему, что ты хочешь на Рождество. У меня, блядь, обед, ясно? Вы с ума сошли? Я все расскажу вашему руководству. Пугаешь, что ли? Если думаешь, что ты можешь обосрать мне жизнь, хуярь. Полный вперед, блядь. Наливай.